Приветствую вас на канале «Вкусный уголок». Сегодня готовим блины на сгущенном молоке. Для этого нам потребуется 1 банка сгущенки 370 грамм, вода, 2 яйца, 3 столовые ложки растительного масла, щепотка соли и 2 стакана муки. Стакан обычный на 250 миллилитров. Итак, приступим. Берем емкость, вбиваем в нее яйца, добавляем соль. Выливаем всю сгущенку и венчиком все хорошо перемешиваем. Далее берем воду, она должна быть очень горячая, не кипяток, но хорошо горячая. Наливаем в банку от сгущенки и выливаем к нашей общей массе. И быстренько перемешиваем. Так нам нужно налить 2 баночки. Теперь сюда нужно добавить муку. Здесь 2 стакана. Стаканы обычные у меня вот такой вот на 250 миллилитров. Без горки. Добавляем всю сразу муку и хорошо быстро перемешиваем, чтобы не было комочков. И в конце растительное масло у меня подсолнечное. И все еще раз хорошо перемешаем. Тесто готово. Вот посмотрите, какое оно получается жидкое. Видите? И теперь я его оставляю на минут 15, чтобы оно отдохнуло. Далее ставим сковороду на огонь. Разогреваем хорошо. Я буду смазывать кусочком сала, наколотым на вилочку. Если у вас такого нету, то просто капните растительное масло и размажьте кисточкой. Затем наливаем тесто на сковороду, равномерно распределяя его по всему дну. И так обжариваем сначала с одной стороны, а затем с другой на среднем огне. Вот посмотрите, блинчик получается в такую маленькую-маленькую дырочку, видите? И теперь, когда уже сверху нету мокрых мест, я аккуратненько вот так поддеваю блинчик и переворачиваю на другую сторону. Так нужно обжарить все блины. После каждого блинчика сковороду смазывать не нужно. В среднем каждые 3-4 блина. Но все зависит от качества вашей сковороды. Вот такие блины у меня получились. Из того количества продуктов, что у меня было, вышло 32 блина диаметром 18 сантиметров. Подавать их можно с чем угодно. Я буду подавать со сметаной. Так что готовьте с удовольствием. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.